Ну, чтобы детям понравилось, мы с детьми здесь. Чтобы детям, главное, понравилось, дети отдохнули. Конечно, ярких эмоций, весенний, позитивное настроение. Посмотреть фэш-шоу. Ну и, в принципе, новые впечатления, как-то такие события редко посещаем. Хотелось развеяться, что-нибудь доброе, позитивное увидеть, послушать. Какие-то зрелища, интересные выступления, наверное. В то время как с 20.30 до 21.30 по местному времени сознательные брещане отключали дома свет, тем самым демонстрируя заботу об окружающей среде, в Брестском парке культуры и отдыха жизнь в буквальном смысле слова била ключом. Брещане отдыхали от электричества и давали отдохнуть природе, при этом ярко и зажигательно. И это лучшее подтверждение того, что «Час Земли» сегодня – это не только самая массовая экологическая акция на планете, но и в нашем пограничном Бресте. Да, было действительно жарко, брещане хотели огня, и они его получили. Очень много людей приходит ежегодно, я заметил уже несколько лет подряд, просто люди, даже не зная о том, что, не читая никаких афиш, они знают, что она будет проводиться и всегда стараются подключиться к этой акции. Также много у нас городских зданий и также кофеен и прочих заведений, которые отключают все электричество на данный период времени, ну и как бы приходят поддержать нас сюда. Ежегодное традиционное для города над Бугом мероприятие на этот раз объединило немало жителей и гостей областного центра. В шествии участвовало свыше 150 человек, желающих ярко отдохнуть. Но это не один посыл. Собравшиеся знают и любят природу. Они не безразличны к экологическим проблемам, а потому понимают всю важность инициативы. Интереснее, чем сидеть просто дома. И поддерживать такие инициативы всегда нужно. То есть, ну, это полезно, это интересно, это нужные вещи. То есть, поднять проблемы экологии – это всегда актуально. И даже внезапно начавшемуся дождю не удалось воспрепятствовать зрелищному выступлению артистов. Духа закаленных берестейцев в ненастной погоде также сломить не удалось. Вооружившись хорошим настроением и зонтами, публика ловила каждое выступление артистов. Уходить никто и не думал.